Ребята, уже задолбалась. Короче, чтобы получить пенсию, это я не знаю, что надо. Нехилое здоровье надо иметь. Пришла в мои документы. Сначала пришла в пенсионный фонд. Оттуда мои документы. Из моих документов послали в сберкассу. Потом опять в пенсионный фонд. О, лифт открыт. Хорошо. Видно. Так, второй. Поехали. Теперь опять мои документы. Привет. Фух. Еще рюкзак за спиной вам. Короче, уже запыхался. Не упасть, главное. Не падайте. Поехали дальше. Возьмем бесплатную газетку. Ну-ка. Одну. Еще одну. Лёшку отвезем, пускай почитает. Огромное здание, помещение. Ждем, опять ждем, пока можно передохнуть. Все, ребята, ура, ура, ура! Я все сделала! Я все оформила. Ой, даже не верится, какая я молодчинка. Ой, ой, все, с февраля начну получать пенсию уже. Все, я настоящая пенсионерка, даже мне выдали бесплатный проездной, все, соцкарту. В это трудно поверить. Вот, когда я пожалела. Ой, 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 зеленый, зеленый, зеленый. Вот когда я пожалела, что я не в Москве живу сейчас. Ой, я бы накатала бесплатно на всем. Ой, как здорово. Так. Ой, как хорошо. Ой, не могу поверить. Просто поверить не могу. Вот, вот сейчас поеду на этом, на троллейбусе. Вот такая вот карта. О, вот. Ура! Ура, ура! Ура, едем! Едем, едем. Пищите.
едем до Нетронова Гиреева. Тут недалеко, две или три остановки. Тут у меня дела. Надо еще позвонить. О, ладно, ребята. На этом пока. Пока.